Экзамен не сдали. За подачу тепла в дома жителей республики Ради Хабиров поставил чиновникам двойки, отметив, что к отоплению в регионе до сих пор не подключили довольно большой процент объектов. По его мнению, это происходит потому, что ответственные люди не до конца проживают эту историю. Накануне на оперативном совещании глава Башкортостана объявил о начале отопительного сезона и поставил задачу до 8 вечера дать тепло во все дома, школы, садики и больницы. К вечеру батареи были горячие почти в 90% многоквартирных домов и 93% учреждений социальной сферы республики. Об этом доложили главе республики в МинЖКХ. При этом около 2500 жилых домов, 10 больниц и поликлиник и 120 школ и детсадов к отоплению в этот день так и не подключили. Ради Хабиров поручила решить вопрос в течение суток, а также организовать круглосуточное дежурство коммунальных служб для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации.